Ждем начала боя. Разомнитесь пока. Разминка окончена. Пора браться за дело. Добыча. Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. Вот наша зона высадки. Готовься! Иду. Разведку с воздуха. Внимание, на вас находится команда противника. ППЛА входит в район операции. Начинаю разведку. ППЛА входит в район операции. Цель для авиации отмечена. Работайте. Я загрузчик 2.0, вас понял. Начинаю обстрел кассетными минами. Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Внимание! У ППЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Вызываю разведку с воздуха. ППЛА входит в район операции. Обозначил цель для авиации. Я загрузчик 2.0, вас понял. Точки эвакуации отмечены. Транспорт идет. Цель для авиации отмечена. Работай. Над нами вражеский ППЛА. Я загрузчик 2.0, вас понял. Начинаю обстрел кассетными минами. Цель для авиации отмечена. Работайте. Над нами наш ППЛА. Я штурмовик 3. Вас понял. Захожу на цель. Цели не поражены.
Беру управление. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Обозначил цель для авиации. Я загрузчик 2-0, подходит. Начинаю обстрел кассеты. Вызываю разведку службы. ППЛА входит в район операции. Вызываю авиаудар. Я загрузчик 2-0, вас понял. Начинаю обстрел. Авиаудар противника в укрытие! Вызываю авиаудар. Я загрузчик 2-0, вас понял. Начинаю обстрел кассеты. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Противник высаживается в районе операции. Ваша задача – уничтожить цель на ликвидацию. Над нами вражеский БПЛА. Противники в том районе!
сделано. Хорошая работа. Кто-нибудь возьмите с собой. Не в том районе. Обозначил цель для авиации. Я загрузчик 2-0. Противники в том районе. Над нами вражеский ППЛА. Противники в том районе. УБПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Внимание, УБПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Найди и захвати деньги. В районе операции замечен вертолет противника. Сбейте его и заберите деньги. Над нами вражеский ППЛА. Сильнее. Вызываю авиаудар. Я загрузчик 2-0, вас понял. Начинаю обстрел кассетных мин. Вижу их посылку.